Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня опять экспериментируем с Кодзи. Я для себя поставил несколько задач. Ну, те, кто не смотрел предыдущие видео, расскажу. Кодзи – японский плесневый грибок, который выращивается на поверхности запаренного риса. Ну, то есть споры плесени. Вот. И потом используется для переработки. То есть этот грибок, кодзи, он перерабатывает крахмал, содержащийся в рисе и в других крахмалах, ну, в любых крупах, собственно говоря, перерабатывает простые сахара и сбраживает. Таким образом получаем брагу, которая готова, как бы, которую можно использовать для приготовления алкоголя. В предыдущих видео я осахаривал с помощью кодзи кукурузу и рис. Небольшая неудача получилась с рисом, ну как неудача, очень маленький выход продукта, на мой взгляд, получился. В общем, ссылку на видео я размещу в описании, если вам интересно, можете посмотреть, как я готовил саке. Сделал я в результате и саке, и рисовую водку. Получилось очень достойно, но единственное, что мало. Заморочился я этим вопросом, и подписчики подсказали. И вот, собственно говоря, снимая сегодняшнее видео, я поставил перед собой следующие задачи. Значит, давайте по порядку. Что мы будем снимать? Сегодня мы будем готовить бурбон по соотношению зерновых культур, которые применяются в вискокурне Джек Дэниелс. Это 80% кукурузы, 12% ячменя. Естественно, Джек Дэниелс использует для осахаривания затора ячменный солод. Так как я использую кодзи, и у нас будет холодное осахаривание, то я просто взял ячменную крупу. И 8% ржи. Рожь найти не удалось, поэтому буду использовать ржаную муку. Если у кого-то есть возможность купить рожь или дробленую рожь, интересно будет тоже попробовать. Соотношение следующее. Кукуруза 80%, ячмень 12%, рожь 8%. Ну и того получается у меня, использовать буду 5 кг сырья на 20 литров воды. Вот такой вот будет гидромодуль. Теперь в чем же заключается, какие задачи перед собой поставил. С рисом я пришел к выводу, что мало продукта получилось, потому что очень плотное рисовое зерно, очень плотное. И хотя кодзи его раздробили на мелкую крупу, но мне показалось, что не весь крахмал смогли переработать в спирты в процессе брожения. Поэтому, ну, вот, подсказали подписчики, я почитал, решил сделать такой эксперимент. Вот один такой же набор я запарил. Запарил кипятком, и простояло оно у меня 6 часов. Получилась вот такая вот каша. Отличная каша, она еще горячая, густая такая. Что мы сделаем? Одну эту кашу запаренную сейчас разбавим водой, то есть добавим нужное количество воды, внесем кодзи и поставим на брожение. Второй затор буду делать полностью холодным осахариванием, то есть вот это вот нужное количество зерновых я залью теплой водой температурой 36 градусов без запаривания. Тоже добавлю кодзи и тоже поставлю на брожение под гидрозатвор. В результате я хочу, естественно, получить дистиллят. Ну, во-первых, сравнить его с классическим бурбоном. У меня есть классический бурбон в бочке, который я тоже делал по классическому рецепту Джек Дэниелс, но осахаривал солодом, именно горячим осахариванием. Хочу сравнить вкусовые качества. Помимо этого, я хочу выяснить, насколько влияет запаривание на скорость брожения, то есть быстрее забродит и быстрее ли выбродит запаренное зерно по отношению к незапаренному. И второй вопрос – количество дистиллята. Постараюсь делать возгонку в максимально одинаковых условиях, то есть буду стараться сделать все за один день, чтобы внешняя температура и давление было примерно одинаково. Естественно, температуру в кубе буду поддерживать одинаково. И в результате этого видео и себе, и вам отвечу вот на такие вопросы. Итак, друзья, на 5 кг сырья буду использовать 50 грамм кодзи. Вообще норма 9 грамм на килограмм, но у меня 100-граммовая упаковочка. Это кодзи Ангел китайского производства. В Украине я покупаю в магазине mirbir.com.ua.
Почему покупаю у них? Как бы не очень дешево на самом деле. 100-граммовая упаковочка стоит 100 гривен. Можно найти дешевле, но дешевле только в полкилограммовых упаковках я находил. А мне как бы и не надо полкилограммовая упаковка. Хотя, может, и надо. Наверное, куплю. Развешу по 50 грамм. Вообще существует мнение, что кодзи очень гипоаллергенны, то есть вызывают очень сильную аллергию. На самом деле это не так. Кодзи в Японии используются для приготовления салата, и люди употребляют их, также используются для приготовления соевого соуса, кстати, сбраживаются. Люди употребляют в сыром виде, как приправу к салатам. Поэтому то, что кодзи какие-то гипоаллергенные, эта информация, мягко говоря, преувеличена, на мой взгляд. Помимо этого, что касается китайских кодзи ангел, я углубился немножко в вопрос и разобрался, что на самом деле это не совсем кодзи, это смесь ферментов с дрожжами и немножко ферментированного вот этого вот плесневого грибка. То есть это не совсем кодзи, китайские кодзи, скажем так. Разбавляю запаренную кашу холодной водичкой, хочу получить температуру, главное не вывернуть ее мимо, хочу получить температуру где-то в районе 30 градусов. Сейчас перемешаем, сделаем замер температуры, так как каша у нас сама по себе еще горячая, заливал я ее кипятком, то, я думаю, температура воды здесь будет достаточно теплая, то есть нужная температура. Что касается самих кодзи, почему я так сильно останавливаюсь на этом методе, на кодзи, очень он мне нравится. Очень мало мороки, то есть один раз залил, несколько раз перемешал в процессе брожения на первых этапах, то есть первые два дня, затор нужно перемешивать. И все, на 20 дней забываешь, никакой возни особо со сахариванием, все происходит само собой. Через 20 дней отцедил дробину и можно делать возгонку. Но причем очень многие говорят, что кодзи настолько хорошо перерабатывает крахмал весь, что можно даже в обычном кубе без паровой рубашки перегонять прямо на дробине, то есть не отцеживая ее. Так, 28,3 градуса получилось. Ожидал я, что немножко выше будет температура, ну ладно, ничего страшного. Вносим сюда кодзи. Значит, как еще вносить правильно? Можно регидрировать или регидратировать в отдельной посуде. Можно посыпать на поверхность, но перемешивать не сразу. Дать вот этим вот сухим штуковинам, чтобы они хорошенько намокли. Потому что если перемешивать сразу, оно может взяться комками и, соответственно, плохо взаимодействовать с зерном. Сейчас приготовлю воду температурой 32 градуса, ну или давайте уже так, чтобы одинаково было, сделаю тоже 28 градусов для второго затора и приготовим мы его. Подготовил емкость с водой, отправляем сюда все зерно. Надо открыть ключик вначале, так не отправится. Какая жалость. Сюда надо добавить воды, чтобы было одинаковое количество. Ларис, набери мне, пожалуйста, кастрюльку литра 3 водички тепленькой. И муку. Все это дело тоже тщательно перемешиваем. Там у меня каша просто запарилась, она и тяжелая такая осталась, и слиплась уже. Здесь крупа
сухая, поэтому перемешивается значительно легче. Вот, как бы муку перемешать. Вообще, ну вот предыдущие опыты работы с кодзи мне очень понравились. Я ожидал, что как в случае горячего осахаривания ферментами, альфа-амилазой и глюкоамилазой, будут какие-то специфические привкусы. Практически никаких специфических привкусов я не обнаружил. То есть очень нравится мне рисовая водка, вообще получилась волшебная. Единственное, что я протупил, купил цельный рис, достаточно дорогой. Надо было покупать тоже вот такую вот дробленку. Причем потом я уже обнаружил, что ее купить совершенно просто, что она продается в супермаркете. Ну, в Украине, например, в супермаркетах АТБ продается рисовая дробленка. Стоит в два раза дешевле риса. Ну и результат будет лучше, потому что не надо будет ферментам или плесневому грибку проникать вовнутрь достаточно твердого рисового зерна, а оно уже дробленое. Точно такое же действие. Остаток кодзи сюда. Тоже открыть надо. Что ж такое? Все пакетики у меня сегодня закрыты. Даешь мне водичку, чтобы сюда я добавил, чтобы у меня было одинаковое количество воды для чистоты эксперимента. У меня Лариса немножко поассистирует. Еще чуть-чуть. Так, и здесь, как видите, вот кодзи уже не опустились на дно. Ну, вернее, полностью регидрировались, да, и опустились на дно. То есть то, что я рассыпал по поверхности. Конечно, у меня там такой кашевый этот сгусток. Надо его хорошенько размешать. Просто слиплось оно все. Ну, не знаю, принесет положительный результат это запаривание, не принесет. Самому очень интересно. Итак, друзья, сегодня 5 марта. Накануне 8 марта все это я делаю. Я вешаю стикера. Это у нас будет запаренная крупа. Это холодная крупа. Завтра посмотрим утром, как забродила. Я покажу, то есть покажу обе емкости, чтобы мы видели, как, с какой скоростью выходит углекислота. Все-таки мне кажется, что здесь, так как уже разварена эта вся каша, и крахмал начал расщепляться, процесс брожения начнется быстрее и интенсивнее. Ну, посмотрим, друзья. Давайте до завтра. Поставил я в 6 часов вечера поставил я брагу, уже закрыл под гидрозатвор. И вот сейчас 10 часов вечера, там где запаренная крупа, уже начался процесс брожения. То есть начались уже выделяться пузырьки воздуха, в то время там где крупа обычная. Даже еще, ну, не продавлена жидкость в гидрозатворе. Немножко, совсем чуть-чуть продавлена. В то время как запаренная уже достаточно активно булькает. То есть вот она где-то раз в минуту, раз в полторы минуты выпускает такие хорошие порции углекислоты. То есть бродить начала однозначно запаренная крупа значительно быстрее. Это, я думаю, я специально вечером вот сейчас вот решил еще отснять. Это, я думаю, забродит, ну, наверное, к утру. То есть выделение углекислоты начнется к утру. На следующее утро процесс брожения в обоих емкостях одинаково активен. Вот, как видим, одновременно почти булькают гидрозатворы. С правой стороны запаренная крупа, с левой стороны холодная. Но процесс брожения в запаренной крупе начался через 3 часа, в холодной ориентировочно через 8-9 часов. Я вставал в 3 часа ночи, оно так очень-очень реденько, где-то раз в минуту побулькивало. А вот сейчас вот 9 часов утра уже практически одинаково выходит углекислота. Следующая задача, мне интересно. То есть вчера я поставил 5.03, когда закончится брожение в запаренной крупе и в холодной крупе.
Прошел месяц, и можно приступить к приготовлению нашего, так сказать, бурбона по рецепту Джека Дэниелса. Ну, или клона, аналога бурбона по рецепту Джека Дэниелса. У нас две емкости. Значит, холодная емкость перестала бродить, ту, которую я не запаривал кашу, перестала бродить на 20-й день. Горячая, сегодня 30-й день, каша, которую я запаривал горячую, она до сих пор бродит. Но я уже как бы... устал ждать и принял решение делать перегонку. Значит, для того, чтобы делать перегонку, в первую очередь отфильтруем кашу от браги. Это у нас холодная. Для фильтрования я использую пресс для отжима и вот такой вот обычный мешок картофельный, обрезанный. Очень удобно через него фильтруется, хорошо, качественно. Я сегодня отфильтрую сразу две браги. Первую сразу же в куб, а вторую отфильтрую в емкость. Таким вот образом. Очень приятный запах. Никаких посторонних запахов, именно запах хорошей зерновой браги. Очень вкусно пахнет. Ну, как и в прошлом эксперименте, когда я делал рисовую водку или рисовый самогон, и вот прям брагу попробовал, она реально оказалась очень вкусная. Она получилась как хорошее такое рисовое вино. Кстати, оставил себе бутылочку, пастеризовал и до сих пор с удовольствием пью. Сейчас я, друзья, переливаю обе браги. Сегодня перегоняем ту, которую без запаривания была каша, а завтра будем перегонять с запариванием. Посмотрим результат. Но что-то мне подсказывает, что так как та, которую запарили, бродила дольше, мне кажется, что осахаривание произошло лучше и, соответственно, выход продукта готового будет больше. Приступим к перегонке. У меня аппарат состоит из пустой царги. Вот этой вот, она пустая, она ничем не заполнена. Дефлегматора и холодильника. Подключено последовательно охлаждение на холодильник. Потом более теплая вода идет на дефлегматор. И совсем уже теплая сбрасывается в канализацию. Есть два вида перегонки. Два способа. Причем вот тот способ, который я не люблю, считается более правильным. Итак, я буду делать покапельную перегонку и сейчас кратко расскажу, как можно делать дробную. То есть, если вы хотите делать двойную перегонку дробную, тогда первый раз на максимальной мощности отбираете абсолютно все спирты. То есть, вот включаете аппарат на максимальную мощность, охлаждение на максимальную мощность и отбираете до нуля в струе фактически. Получите спирт-сырец спиртуозностью где-то 20-25% спирта. Ну, может меньше, может 18, как получится. После этого разводите 50 на 50 с водой и делаете уже перегонку с отбором голов и хвостом, В принципе, для зерновых браг эта перегонка с точки зрения теории считается более правильная. Я же предпочитаю все-таки делать одноэтапную перегонку за один этап, но делать ее очень медленно, делаю покапельную. Для этого сейчас я разгоняю аппарат до того, как в кубе температура поднимется до 85 градусов, потом практически остановлю нагрев, чтобы температура у меня очень-очень медленно поднималась. Ну, если вы смотрели уже мои видео, я делаю так всегда, и этот участок видео в принципе можете промотать. То есть сейчас я разгоняю куб до 85 градусов, после этого начну отбирать головы, покажу как. Кстати, забыл сказать, готовой браги каждого вида получилось по 17 литров. То есть все-таки невозможно отжать кашу полностью, поэтому остаточная влажность, которая каша в себя впитала, по 3 литра воды. Поэтому браги имеем немного, но все равно интересно, какой получим результат и самое главное, какой получим вкус. Температура в колонне поднялась до 89, вернее в кубе до 89 градусов. В колонне сейчас 78. У меня начали капать первые капли головных фракций. Я уменьшаю нагрев до минимального, так чтобы в ближайший час у меня температура поднялась всего лишь на 1 градус. И в течение этого часа очень медленно, покапельно отбираю где-то 250-300 миллилитров голов. В конце уже буду проверять на органолептику. То есть проверю на 250, если ацетоном не будет запаха ацетона, значит начну отбирать пищевую фракцию. Если будет еще немножко запаха ацетона, значит отберу до 300 миллилитров. После этого начнем отбирать пищевую.
За час температура в кубе достигла 90 градусов. Я отобрал 300 миллилитров голов и начинаю, проверю еще раз на органолептику. Совершенно нету никаких посторонних запахов, можно начинать отбирать пищевую фракцию. Немножко увеличиваю нагрев, таким образом, чтобы температура у меня поднималась где-то на 2 градуса в час, температура в кубе. И покапельно тоже буду отбирать пищевую фракцию. До спиртуозности в струе 35 градусов. После этого все, что у меня останется, уже пойдет в хвосты. Температура в кубе достигла 99,7 градусов. Температура в дефлегматоре поднялась до 90. Спиртуозность сейчас в районе чуть-чуть больше 40. Чуть-чуть больше 40. На этом я останавливаю дистилляцию. То есть вот в этой баночке буквально у меня тут сколько? Ну, грамм 100. И вот основной дистиллят. У меня получилось 3,5 литра дистиллята. Спиртуозностью. Чик. 70% спирта. Ну, считаю, очень неплохой результат. 73,5, это получится где-то 5 литров готового продукта. Останавливаю этот перегон, поднимаю сейчас температуру до максимума, и все, что осталось в кубе, у меня пойдет в хвосты и в следующий погон. Перезаправляю второй порцией. Вторая порция у нас это запаренная крупа. Перезаправляю второй порцией и будем делать вторую дистилляцию из запаренной крупы. Мне кажется, что там результат будет побольше. Будет побольше дистиллята. На следующий день запускаю аппарат с точно такими же условиями. Перегоняем запаренную крупу. То есть вначале быстрый нагрев. Как только достигает 85 градусов в кубе, нагрев уменьшаю. Покапельно отбираю головы, отбираю пищевую фракцию до 42% спирта. И посмотрим, что у нас получится. После этого проверим, ну, первое, это количество мне интересно. Второе, проверим органолептику. И дальше расскажу, как из этого, так сказать, дистиллята сделать уже хороший, качественный, вкусный бурбон, друзья. Я вернусь вам, как только, ну, когда будет заканчиваться процесс дистилляции. Спиртуозность в струе упала до 41 где-то градуса. 41-42. И получил вот эта баночка и вот эта баночка. Сейчас все перемешаю, замеряю общую спиртуозность. Все, что осталось в кубе, у нас идет в хвосты. Увеличиваю мощность до максимума, отбираю его и в следующий погон. Перемешал. Получилось 68-69% спирта здесь. И здесь у нас 72%. 3,5 литра и 4 литра. Разница в 4% спирта. Ну, практически одно на одно. Чуть-чуть больше получилось из запаренной крупы. Чуть-чуть. Но вообще на понты. Просто на понты. Давайте посмотрим, что по органолептике. Итак, друзья, я ожидал, что будет существенная разница из-за запаривания крупы, но такой существенной разницы не получилось. Отличный запах, просто потрясающий, фруктовый, классный. Но вот почему-то оно фруктиками именно пахнет. По запаху разницы никакой нету. Вообще никакой. Запах очень приятный, реально очень приятный. В основном основной запах зерновой, но есть какой-то легкий фруктовый аромат. Почему так происходит, я не знаю. Но мне очень нравилась и предыдущая рисовая водка, которую я делал на Кодзи. Посмотрим, получится ли из этого Джек Дэниелс. Сейчас разведу до пищевой фракции и продегустирую.
Разводить буду до 50% спирта. Почему? Потому что буду настаивать в бочке. Сейчас разведу, покажу, сколько получилось, и расскажу, как можно обойтись без бочки, как можно сделать быстрый бурбон. Развел до спиртуозности 50% спирта. Получилось совершенно одинаковое количество дистиллята. Ну и хочу попробовать рассказать вам. Это у нас запаренная крупа, это сырая. Запаренная. Немножко отличный вкус вискаря. Единственное, что присутствует немножко сладковатый привкус. Откуда он берется, вот когда делаешь на кодзе, не понимаю. Сладковато-фруктовый. Кстати, вот этот вот без сладковатого привкуса. Могу сделать выводы, что запаривать не имеет никакого смысла. Ну, совершенно. Больше продукта не получается. По вкусу мне нравится больше тот, который не запаренный. Совершенно однозначно. Там, где я делал с запаренной крупой, какой-то непонятный сладковатый привкус. Откуда он, вообще не пойму. Теперь, друзья, что же с этим делать? Естественно, самый лучший вариант, самый классный, это поместить на год, на два в дубовую бочку, желательно в свежую бочку, получим идеальный бурбон. На мой взгляд, на мой вкус, получается не хуже, чем при традиционном осахаривании. Ембеля с осахариванием меньше, но ждать дольше. Как я уже говорил, бродило почти месяц. Если нет желания ждать год, можно процесс ускорить. Покупаем вот такую вот дубовую щепу или дубовые чипсы сильной обжарки. 50-граммовую рюмку чипсов на 3-литровую банку напитка. И через месяц у вас будет готов более-менее приемлемый бурбон. Для того, чтобы создать максимально близкие к бочке условия в этой банке, бочка же дышит, банка не дышит. Берем компрессор для аквариума, вот такой вот камушек аэратор, и каждую неделю в течение 10-15 минут открываем банку, в которой залит бурбон и насыпаны чипсы, и аэрируем. Таким образом получаем окисление алкоголя и максимально близкий, похожий к банке вкус. Ну вот, друзья, эксперименты с кодзи этими тремя видео, это третье видео серии, ссылки на два предыдущих видео из серии моих экспериментов с кодзи вы увидите в конце ролика, в конечной заставке, если будет интересно, тоже посмотрите. Эксперименты с кодзи, наверное, на этом заканчиваю, результат классный, постарался максимально раскрыть тему, ну, насколько получилось, вот. Вот, собственно говоря, следующим этапом сейчас готовлю колгановку. Будет для вас рецепт настойки на колгане, на корне колгана. Очень интересный вкус, очень классный напиток. Ну и надеюсь, что рецепт вам понравился. Также надеюсь, что помог разобраться, что такое кодзи, как с ними работать. Ну, во всяком случае, очень старался, друзья. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, если видео было полезным. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!